одна, старт. Не торопись. Не считай, Джим. Три. Четыре. Блядь, ну что делать? Настя, молодец. Пять. Молодец, хорошо. Я предыдущий так получилось. Шесть. Семь. Итак, на первом помосте выступает Елисеева Татьяна, университет физической культуры. Спортсменка 1993 года рождения, 4-го. Кандидат мастера спорта. На втором помосте старт приняла Оксана Сарварова. Мастер спорта России международного класса, университет физической культуры, аспирант. Оксана является чемпионкой, двукратной чемпионкой России, чемпионкой мира по гиревому спорту. Минута позади. Чувствую, у них там очень интересно будет сегодня.